Батюшка, если, например, человек не знал, кому конкретно молиться, а помолился там Архангелу Михаилу, это считает, что его молитва не будет услышана и помощь не будет оказана? Но если человек помолился, скажем так, не тому святому или вообще Архангелу Михаилу помолился, а хотел, чтобы ему, так сказать, в здравии помогли, Архангел Михаил передаст, не переживайте, молитесь.